Приветствую всех зрителей, с вами Мерл Дэн. И сегодня мы продолжаем выяснять обстоятельства смерти Алисы в игре «Алиса померла», эпизод 2. И вы только посмотрите на главное меню этой игры. И какая-то наркота тут лежит, и пистолеты с пулями. Как все мило и позитивно. Ну что ж, давайте-ка начнем новую игру. Я вспомнил, кем я являюсь. И что я сделал. Это была просто одна последняя работа. Просто одно последнее убийство. Но еще пошло не так. Пришлось убегать. Но она уже была там. Алиса померла. Часть вторая. Так быстро, как воспоминания возвращаются, они ушли. Они-то ушли, но нам дали по башке и отвели в тюрьму. Да, теперь мы здесь находимся в камере заключения. И первое, что нужно сделать, это смыть воду в туалете. Это же такое прекрасное действие. Туалет еще работает, это точно. Быстренько берем тут какой-то странный камушек. Он нам еще пригодится. Также трогаем кровать. О, именно о том, в чем я нуждаюсь. Колокольчик. Да, наш старый добрый колокольчик, который у нас остался с первой части. Забираем его. А также давайте-ка потрогаем простыню. Вы показали простыне, кто здесь хозяин? Да, fuck yeah. Мы разорвали простыню. Ну, и последнее, что нам нужно сделать в этой комнате, это взять осколочек зеркала. Прекрасно. Осколок зеркальца. Теперь давайте-ка свяжем этот кусочек простыни с этим зеркалом. У нас получается первобытный ножик. Замечательно. Отправляемся дальше. Видим... Боже ты мой, труп Ихтиандра. Чувак, что с тобой? Тебе плохо? Ваш сокамерник выглядел хорошо, когда он был жив. Но сейчас он, видимо, уже загнил. И даже только посмотрите, на нем даже уже грибы растут. А что это такое? Кто-то съел что-то блестящее. Похоже, у Ихтиандра в желудке что-то есть. Возьмем это в заметки и отправляемся дальше. Что это за маленький лепрекон? Давайте-ка с ним поговорим. Хорошо, если кролик подходит посмотреть на своего старого приятеля-шляпочника. Так это шляпочник. Ну, в принципе, можно было бы легко догадаться, но... Чувак, мне кажется, тебе надо посетить врача. У тебя в черепе торчит карта. Мне кажется, это не слишком хорошо влияет на ваше здоровье. Ну ладно, смотрим, что же дальше. Кто ты, черт побери? У меня карта торчит из головы, но у тебя что, проблемы с памятью? Ну как бы да, мне по башке дали сейчас недавно дубинкой. Я думаю, удар дубинкой не слишком хорошо влияет на память. Неважно, где мы? Мы в тюрьме страны чудес! Прекрасное место пребывания. Прекрасно. Смею ли я спросить, почему мы здесь? Я был арестован за плохое поведение. Что насчет тебя? Я не знаю, почему тебя арестовали. Я достаточно от тебя услышал. Я хочу покинуть это место. Ты хочешь сбежать? Но если ты придумаешь план побега, вернись и расскажи мне. А зачем мне тебе это рассказывать? Вдруг ты меня предашь и воспользуешься им? Нет, я уж лучше приберегу свой план побега. Ну ладно. У мертвого парня в моей камере есть ключ. Тебе нужно достать ключ из Льюиса? Хорошо, значит, тебе нужно найти магическую гайку. Гайку? Магическую гайку? Чувак, что ты курил? Какой вид наркотиков ты употреблял, чтобы говорить о чем-то подобном? Пардон. Иногда нужна гайка, чтобы получить гайку. Господи, что ты несешь? Просто объясни мне, что эта проклятая гайка делает? Она будет уменьшать тебя. Вот что она будет делать. Но только на несколько минут. Так что ты должен действовать быстро. А затем... Тебе еще нужно найти гайку. Я ее уже нашел.
Хорошо, сейчас просто разрежь Льюиса и скажи Гайке свои самые темные тайны. Разрезать Льюиса? Ты сумасшедший? Прекрасно. Ты собираешься, вероятно, вырезать ключ, так что не залезай в его горло или в его... слушай. Ну просто разрежь его. И надеюсь, когда я завершу эту работу, я тебя больше никогда не увижу. Приятно видеть тебя снова, кролик. Для того, чтобы сбежать, нам нужно разрезать бедного Исиандра, который тут развалился. Но прежде чем это сделать, нужно взять здесь маленькую пуговку, которая лежит в его руке. Это может пригодиться, я надеюсь. Ну что ж, берем нож и давайте-ка режем. Режем бедного Ихтиандра. Раз и два. Окей, сейчас я мясник. Большое горе. Но прежде чем мы залезем в Ихтиандра, то я советую вам пойти и выкинуть всю еду, потому что нам предстоит прекраснейшее веселое путешествие по пищеводу этого бедного существа. Ну что ж, надеюсь, вы свою пищу уже выбросили, и так что берем... Берем волшебную гайку и залазим в Ихтиандра. Вы шепчете гайке свои самые темные тайны. И боже мой, что происходит? О боже мой, это же уличная магия. Мы превратились в маленького кролика. Итак, берем нож и разрезаем желудок. Вы разрезаете желудок, замечательно. Что это за... Говорит наш кролик и убивает эту непонятную гадость. Вы ударяете зверя по мягкой голове. Боже, что мой, что же при жизни ел Ихтиандр, что в его желудке живет подобная гадость? Что это такое? Внутри что-то есть. Но ключ застрял, его никак нельзя вытащить. План Б? Какой план Б? Что это за звуки? Что за чертовщина? Что за музыка исходит оттуда? Прекрасно, действие гайки закончилось. Я не достал ключ. Что же сейчас делать? Ладно, вернемся к нашему шляпочнику, но тем, что он сбежал. Ах, он нехороший человек. Он прогнал нас для того, чтобы сбежать. Но хотя бы он открыл дверь. Это уже хоть что-то. Ну что ж, давайте-ка идем дальше. Прекраснейшие виды нам открываются. Даже не хочется знать, что с ними сделал шляпочник. Но нам это и не нужно делать. Залазим сразу в компьютер, ведь мы последний задрот. Компьютер наше все. Нам здесь нужно вести следующее. Unlock. Unlock match. Да, пароль для этого компьютера это Март. Замечательный пароль. И что ж, мы выясняем, что сейф открылся. Интересно, какой сейф? Мы даже не знали о его существовании, но все же он открылся, и вот он. Вот. Но в этом сейфе мы находим доказательства. Какие доказательства нам не объясняют пока что? Ага, вот еще какая-то головоломка. Здесь нам нужно просто нажимать на эти кнопки и ждать, пока на голове появится петух. Здесь появится сердце. Здесь появятся руки с монеткой. И мы активировали какой-то странный механизм. Выползает какая-то странная механическая палка. Она что-то делает с картиной. И открывается дверь. Выход на свободу. Что ж, давайте-ка шагнем. Неизвестно, открываем. Свобода, небо, воздух, цветочки. Прекрасно. И какой-то странный механизм. Нам нужно... Нажать на него? Вы нажимаете на кнопку. Может быть, вы не должны были это делать? И падает рыба! Дождь из рыбы! Боже ж ты мой, что курил автор? У меня больше вопросов, чем ответов. Да уж. Но одно было ясно. Из-за меня. Продолжение следует. А что же случилось из-за нашего миленького кролика, вы узнаете в последней части. А пока что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастья и добра. До свидания.